Но есть несколько вопросов и о группе крови, и почему лунный культ – культ смерти. Ну, потому что даже сама Луна светит мертвым отраженным светом. Вы понимаете, да? То есть уже, и, естественно, светит ночью. И в противоставлении солнечному культу, культу жизни. И посмотрите на все обряды, реальные обряды. Вот кто читал Новый Завет, наверное, мало кто обратил внимание. Когда Христа, ну, в том варианте, опять-таки, я не говорю, что, что к чему правильно и неправильно, это вопрос второй момент, Брус обращается к Новому Завету. Когда Христа судили иудейские первосвященники? Ночью. А что, дня было мало? Жарко было, да? Вполне разумный ответ. Ну, думаю, в наших кругах, где не очень жарко, особенно зимой, да, они то же самое делают ночью. Дело в том, что, во-первых, ночью это сильно ослаблен качественный барьер между физическим уровнем и нижним астралом. То есть легче войти в контакт со своими друзьями им там, так? Плюс в определенных точках этот барьер качественно исчезает полностью. И вы знаете, сколько существует фильмов, историй и так далее разных, легенд, былин и так далее, связанные именно нечистой силой, появляются в разных местах только именно после полуночи. И солнцем оно почему-то исчезает. Потому что солнечные лучи насыщают барьер качественный, и он становится толще, и брешь исчезает. И вот вопрос, почему последствия лунного культа все делать именно когда все минимальные барьеры с нижним астралом? Потому что они взаимодействуют с этим нижним астралом, и они, в принципе, являются рабами этого нижнего астрала, паразитической системы, и действуют то же самое. И даже обряды. Вот кто не слышал, я вам приведу один из примеров одного из самых мерзких обрядов черного вуду. Слышали такую вуду, да? Так вот, когда вуду жрец или жрица повергали своего врага, они ели часть его плоти и пили кровь. При этом проводили определенный обряд, в результате чего сущность того поверженного врага становилась рабом их. Ничего не напоминает? Ничего не напоминает? Обряд причащения. То есть, ведь в принципе, понимаете, как говорится, вот это плоть Христа, вот его кровь. Естественно, кусок хлеба и там вино, да? Но на уровне укладывается программа ментально, что ты ешь плоть Бога, которого ты почитаешь, и пьешь его кровь. Во-первых, каннибалистический обряд, это в первую очередь, который пришел из Африки, действительно, из Вуду. И много каких обрядов христианских, так называемых, взяты из черной магии и направлены на то, чтобы хорошего ничего не было. Просто многие люди даже не вдумываются слова, которые говорят им. А кто бы сказал, как же так? Мы должны пожирать плоть того, кого мы считаем Богом, и пить его кровь. Мы что, людоеды? Хоть один задал такой вопрос? Вы задали. Что мы ответили? Ничего не ответили, да? Так положено, да? Ну, то давайте всех есть направо и налево. Если Бога можно есть, да? Если Бога можно есть, то, извините, тогда можно всех остальных есть тоже. Так логично? Ладно, не будем продолжать, и так, думаю, ясно, да? А у нас осталось немного времени. Следующий вопрос.